Своеобразный мастер-класс для пенсионеров провели в Чувашском отделении Сбербанка России. Как управлять своими финансами, что такое банковская карточка, банкомат и как они взаимодействуют. Сотрудники банка не только рассказывали, но и показывали все на конкретных примерах. Репортаж о финансовом мастер-классе смотрите далее. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире Национального телевидения Чувашии. В Чувашском отделении Сбербанка России утверждают, пенсионный возраст – не повод отказываться от тех возможностей, которые дают современные банковские технологии. Сегодня с помощью социальной карты от Сбербанка можно, не выходя из дома, получать пенсию, оплачивать услуги жилищно-коммунальные, сотовой связи, гасить кредиты. Главное – знать и уметь пользоваться банковскими продуктами. Елена Никитина уже 5 лет как вышла на пенсию. В Чувашском отделении банка новоиспеченной пенсионерке предложили карту Сбербанк Маэстро Социальный. Простота и удобство в использовании приятно порадовали женщину. Я постоянно в этом убеждаюсь теперь, что сделала правильный выбор. Карта Маэстро очень удобна тем, что я в любом месте, в любой точке нашей страны могу получать свои денежные средства и никакие очереди я не стою. Воспользовавшись картой один раз, многие клиенты уже не хотят возвращаться к прежним привычкам. Мне приходится часто ездить к родственникам. Я не беру с собой, я не прячу эти деньги никуда. У меня действительно эта карта, и я пользуюсь. То есть у меня доступны эти деньги в любое время, в любом месте. И тоже оно я пользуюсь совершенно бесплатно. Кроме этого, с помощью данной карты пенсионеры могут даже получить доход от своей пенсии. Социальная карта, которую предлагает Сбербанк для пенсионеров, это действительно очень выгодный для них продукт. Вообще социальной картой может пользоваться только пенсионер. Они это заслужили. Как наиболее пожилые люди, здесь Сбербанк выполняет свою социальную миссию. А социальная карта, она абсолютно бесплатна. Они могут снимать и класть наличные деньги бесплатно, без какой-либо комиссии, на территории всей Российской Федерации. Это единственная карта, которая позволяет это делать. Также это единственная карта, на которую начисляются проценты на остатки денежных средств. Это безопасно, потому что даже если пенсионер потеряет карту, это не значит, что он потерял свои деньги. Деньги останутся у него на счете, и достаточно будет просто заменить ее в отделении Сбербанка. Социальная карта также участвует в бонусной программе «Спасибо от Сбербанка». Это значит, что каждая покупка, оплаченная ею, возвращается бонусным баллом. Бонусы затем можно тратить на покупки в компаниях-партнерах. Кроме того, оплата по социальной карте дает право на скидки в аптеках, социальных магазинах и других торгово-сервисных точках, что, несомненно, является неплохой поддержкой для пожилых людей. В общем, преимуществ много. Так что пенсионерам есть о чем задуматься и сделать свой выбор. Стоять в очередях, ожидая выдачи пенсии, или самим выбирать, в каком месте, в какое время и какую денежную сумму получить. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика.